На старт, внимание. Да, получилось. Тим-тим-тим. Тачки. И этот наборчик с тачками, точнее про тачки, к тачкам. Сейчас объясню все, что происходит. Привет, товарищ Сафронов. Набор мне предоставил магазин Toy.ru, за что спасибо им. Я захотел такой набор посмотреть, потому что у меня очень много таких машинок. И как-то ими взаимодействовать. У меня, какая коллекция машинок. Я даю своему сыну играть. И просто, я сам тоже иногда играюсь. Ну, вместе с ним, конечно же. Конечно же. Вот. Конечно же. Ладно, все, спасибо, Toy.ru. Ссылка в описании на набор. Спасибо, ребята, что предоставили. Можете перейти, посмотреть. Быстрее, скорее, отбивочка. Итак, ребята, это набор от компании Mattel. Mattel, который выпускает Барби. Шучу. Нет, Барби они тоже выпускают, но на самом деле они выпускают еще Hot Wheels машинки. И поэтому все с ними очень круто. Вообще эти машинки от Mattel, они мега крутые, вот эти тачки, которые очень крутые. И автобус у меня этот. Я не помню, как их всех зовут, неважно, но мне просто очень нравится, как они сделаны, как они выглядят, как они в руках ощущаются. Они очень классные. Вот и просто самому прикольно. Даже вот на столе сидишь что-нибудь там, рядом с компьютером стоят эти машинки, и стоишь, катаешь их там по столу просто. Они очень клевые. Автобус супер крутой. Мэтт, вообще много очень крутых тачек. И здесь набор трассы с ним. Наверное, вам сейчас показывать не буду все свои машинки. Может, если найду, потому что у меня склад игрушек, вы знаете, склад, вот реально. И, с этим надо что-то делать. Кому-то отдать, что ли? Ставь большой палец вверх, если нравится идея, что кому-то надо отдать. Кому-то из вас, возможно. Вот. И поэтому, не знаю, найду, не найду. Если не найду, то покажу просто то, что это в комплекте здесь есть. Давайте же откроем, посмотрим, потому что вот сзади нарисована эта часть трассы. Это такая мертвая петля с трамплином, куда будет и место, видимо, куда прыгает машинка, перепрыгивает. А вообще там целая сеть закусочных, хотел сказать. Нет, целая сеть различных трасс, которые вот так соединяются. Я, правда, не знаю, будут они соединяться с Hot Wheels или нет. Может быть, да, может быть, нет. Или тут, скорее всего, своя. Такая маркетинговый ход, что здесь своя трасса будет. Поэтому, наверное, лучше прикупить именно трассу, которая для тачек. Тогда будет все идеально. И тут, видите, целый город со всякими пит-стопами, трассами, заворотами, поворотами. Чего тут только нету. Но у нас сегодня такая мертвая петля и молния Маккуин в комплекте. Здесь. Такая машинка, кстати, у меня, по-моему, есть. Я, кстати, не знаю, только это, по-моему, это немного по-другому выглядит. Ладно, сейчас мы распакуем и убедимся с вами. Интересно открывается коробка, смотрите, по перфорации. Ничего себе. Я, по-моему, первый раз такое вижу. Что-то я не помню, что было еще где-то так. Вау, и сразу все к нам вываливается. То есть не нужно рвать и так далее. По перфорации аккуратненько открыли. Забавно. И тут детали сразу этой трассы, элементы, которые нам понадобятся. Что-то тут такое. Тут инструкция наверняка будет. Вот много разных всяких деталек. Я сразу бы хотел отметить, что машинка классная. Она очень такая яркая, крутая, большая, все здорово. Но она пластиковая, эта машинка. У меня есть машинки, вот такие, вот одна из них. И у них корпус металлический. Хотя я смотрю, тоже Disney, Pixar, тоже Mattel. Видимо, либо просто именно в этой серии идут пластиковые машинки. И насколько я помню, у меня молния Маккуин металлический есть. Так что в этом просто знаете, что в этом сете машинка пластиковая, есть еще металлический. Будут они ездить металлические машинки по этим трассам или нет, сейчас посмотрим. Может быть, они слишком тяжелые для этих трасс, может еще что-то. Но вот эти машинки мне просто безумно нравятся. Это тоже классная, но она пластиковая. Хотя яркая, тоже красочная, прочная, все такое. Просто, чтобы знали, вы обязательно эту информацию, потому что будете там набор брать, думать, что вот она металлическая, если есть. А может, наоборот, кто-то хотел пластиковую машинку, то есть, она, считайте, может быть уникальная. Не знаю, продается отдельно такой пластиковый Маккуин или нет, но все же. Ладно, сейчас будем собирать. Как вы видите, здесь есть гаражная часть, такая вот гараж, гаражик типа, в котором машинки могут ожидать, да, я так понял. По крайней мере, на картинке вроде так было нарисовано. Есть куча-куча всяких наклеек прикольных, вот с этих их
соревновательных, куда мы будем все это клеить, конечно же. Вот трасса очень похожа на Hot Wheels. У меня, к сожалению, при себе сейчас нету Hot Wheels, поэтому я не могу сравнить их, совместимы они или нет. Может быть, в описании где-то, может быть, стоит в магазине спросить. Но я бы советовал, чтобы не волноваться, потому что она шире. Вот это нет, эта трасса все-таки шире. Я бы советовал, чтобы не волноваться, взять лучше из серии машин, ну, Cars, то есть тачек. Эти трассы, если хотите докупать в первую очередь. Да, ну и всякие различные соединительные элементы, механизмы. В общем, сейчас соберем, посмотрим, что из этого получается. Так, но перед тем, как собрал, у нас тут был увлекательный процесс наклеивания наклеек. И если бы, ладно, если бы это были огромные, большие наклейки, как, например, вот здесь. Но нет, у нас здесь огромное количество маленьких, небольших наклеек. Таких наклеек, вот таких. Это одна наклеечка, это другая, это одна наклеечка. Каждая отдельная наклеечка. И наклеек, правда, много. Но выглядит, конечно, все с наклейками поприкольнее, посимпатичнее, здоровско. Да, я уже был готов, что Hot Wheels, что Mattel, я знал, что будут наклейки. Да, наклейки, это нормально, это нормально. Та-дам! Наше суперкольцо готово! На самом деле прикольно, собирается легко, очень прочно все это выглядит, и, вы знаете, в отличие от трасс, видимо, рассчитано на, ну, я не знаю, может быть, на младшую группу, может, на среднюю, но потому что в Hot Wheels иногда трассы не такие прочные, это прям можно петлю всю поднять, и она будет не разваливаться, будет такая, какая она есть. Да, конечно, жалко, что здесь нету там какой-нибудь дороги, продолжения, но они есть как бы отдельно, понимаю, что... Значит, здесь зато все это эффектно и очень круто. Значит, мы видим такой стенд. Здесь с этой стороны у нас, как вы видите, съезд, заезд. Далее внутри вот петля, некий рычаг, который нам поможет, ну, вы увидите в дальнейшем. Да, вот здесь соединение с дорогой, продолжение, которое вот дорогу мы должны... Сейчас не видите, вот. Дорогу докупаем, покупаем. Это модульный набор, из другого набора составляется, и все будет окей. Дальше мы видим внутри, как вы видите, тут все это трасса. С одной стороны он заезжает, выезжает с другой стороны. Все понятно. С этой стороны у нас гараж. Да, гаражный. Кооператив открывается вот такой шлагбаум, ну не шлагбаум, рейка, и здесь по идее должны стоять тачки. Вот молния Маккуин у нас будет здесь, допустим, стоять. Ну а так могут другие тачки, причем можно даже переносить, и они отсюда не вываливаются. Вот можно и другую тоже поставить машинку сюда, и это еще как и для хранения прикольная тема, которую можно даже переносить, брать с собой. Например, у друга есть одна трасса, у вас другая. Соединили, пришли в гости, поиграли, все супер. Вот так, открывается и закрывается, то есть по щелчку. Вот, можно даже перевернуть, и ничего не будет. Машинки там внутри никуда не денутся, не выберутся. Достаем машинки. У нас в комплекте вот эта машинка, помним. И мы на ней будем тестировать. И есть еще вот вторая такая часть, зона. Но мы сейчас к ней вернемся. Итак, машинку мы достали отсюда. И теперь переходим... Вот сюда. Машинку размещаем, но на самом деле не все так просто. Мы не просто размещаем машинку, мы эта машинка для того, чтобы машинка стояла в очереди. То есть одна машинка стоит здесь, вторая машинка здесь, и по идее, когда мы запускаем машинку с помощью рычага, вторая машинка встает на очередь. Ну, вот так. Тут, я понимаю, до двух или трех даже машинок может быть. Итак, вот так мы одну машинку запускаем, и... Все, вторая ждет у нас теперь. Одна уехала, а вот эта ждет. Итак, значит, стоит у нас там молния Маккуин, такой стоит. И мы говорим на старт, внимание, мертвая петля. И нажимаем на этот рычаг с 95 номера. Круто смотрится, такая огромная ручка, рукоятка. И мы на нее нажимаем. И сейчас вы увидите, что происходит. Здесь есть лапка. Вот она, это золотистая лапка. Которая... подталкивает Маккуина, вот так загибает его и туда, ну, в данном случае Маккуина, а так любую тачку, которая будет, мы проверим. По идее, она его разгоняет, сейчас вот покажу, вот так, оп, и мы должны это резко просто сделать, и машинка уезжает, улетает.
Так, и выпрыгивает, естественно, отсюда, с трамплина. Вот, здесь у нас обычный съезд. Сейчас пока я трамплин делать не буду, потому что он у меня улетит, не знаю куда. Попробую обычно просто съехать и буду ее здесь ловить. Итак, на старт, внимание, готовы? Нет, все равно улетело. Вы видели, что произошло, а? Итак, еще разочек. Запустили машинку и пытаюсь поймать, и... Поймать сложно, я почему-то хочу вверху ее поймать. Сейчас, подождите, прям нон-стопом. Продолжим. Итак, машинка, запустили. И вот тут надо ловить. Когда-нибудь я научусь ее ловить. Но по идее, куда должна машинка попасть? Она должна попасть в вот эту ловушку. Точнее, вот на этот финиш. И тут тоже есть функционал некий. Я не знаю, получится ли у меня сделать в рамках этого стола. Сейчас запускаем машинку. И давайте-ка на старт, внимание. Да, получилось. Видели? Видели, что произошло? А-а-а, супер круто. Вот что нужно было делать. Давайте еще раз. На старт, внимание. Да, второй раз получилось. Круто. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Это здорово. Ох, уж здорово. Мотел все время делает эти всякие гоночные трассы. Прям подаешь детство, хочется играться, играться еще. Здесь вот такой у нас финиш. Куда должна припрыгать машинка. С трамплина с нашего прилететь. И здесь есть механизм тоже. Пружинный. Она сюда попадает под весом, нажимает. И у нас поднимается, типа, призер победный. Чекпоинт. Вот такой. Класс. А здесь могут быть другие призовые места. Допустим, победила Маккуин. А другие машинки... Вот так. Этот у нас еще, типа, получается такая зона для награждения. Круто! Все здорово придумано. Но меня интересует такой момент. Металлическая тяжелая машинка. По идее, не для этой трассы. Просто от Mattel. Так, здесь она плохо приезжает, но если мы ее ставим сюда, то на старт, внимание, марш! Да, у нее занижен спойлер, поэтому она не подлетает так, и все-таки вот поэтому это пластиковая машинка в комплекте, чтобы она полегче была. Но в целом все работает. Попробуем сейчас еще разочек, и... Да, она у нас, видите, если бы была трасса, она бы поехала по трассе, а... Ну вот так. А так она получается у нас спойлером, потому что занижен, и она цепляет. Вот, но другие машинки, возможно, с другим конструктивом будут нормально гонять. Так, и у нас здесь есть трамплин, да? Так, а как он поднимается? А, вот просто так. Ага, вот, просто поднимается и все. Так, может быть тогда получится. Ну-ка, на старт, внимание, главный компьютер не разбей мне, пожалуйста, у меня там он стоит. Раз, два, три. Да, о, сейчас видели, все идеально. Только у меня, к сожалению, не это, не сработала почему-то эта штуковина. И нет, я добьюсь своего, я на стерной. Ну-ка, давайте, раз, два, три. Да, во, все, нормально, поднялось. Супер, крутой набор. Вот такой сет, эта машинка в комплект не входит, но можно докупать машинки и пользоваться, посмотреть сюда, какие другие могут подойти. В общем, ну, лучше я рекомендовал бы из серии именно. Все, ссылка в описании, друзья мои, было здорово, весело, забавно, классно, мне все понравилось, очень люблю трассы и машинки, я в детстве так не любил, как сейчас мне это все нравится, потому что, ну, это прикольно. Конечно, из замечаний, что бы я сказал, мало трассы, хотелось бы побольше, но ее можно докупить, по идее, она же существует, можно ее, да. Значит, пластиковая машинка, с одной стороны, металлическая больше мне нравится машинка, но, опять же, кому что. С другой стороны, это легче машинка, и она подлетает дальше, и прыжок у нее будет дальше, и, в общем, можно, я не знаю, запульнуть ее на несколько метров, наверное. Вот, это такой момент еще. Все остальное мне, меня устраивает. А, много наклеек, вот еще чего было такое. А все остальное мне нравится. Прочный, гараж, к тому же еще, и часть трассы, классная петля, классный механизм, все работает, все прочно, все соединяется, все из супер крутого материала. Ну что бы от Mattel ждать больше ничего бы и не приходилось, естественно, потому что, ну, эта фирма известная мировая. На этом все, друзья, пока-пока, ссылка в описании, до новых встреч, всем хороших игрушек, пока!